Всем привет, друзья, с вами я, Квартал-2001, и это 69-й выпуск про мой город в Майнкрафте. Сегодня, друзья, я увидел, что население 24 538 человек, и можно сказать, что я почти добрался до отметки под названием Нарьян-Мар. Что такое Нарьян-Мар? Нарьян-Мар — это город в России, реально, естественно, и столица Ненецкого автономного округа. Вот, друзья, я скоро доберусь до этой отметки. Тогда нынешнее население в Нарьян-Маре 24 577 человек, естественно. В Яковлевске 24 538 человек. Ну, легко обогнать этот город. Ну, немного осталось. Совсем капельку. Сегодня, друзья, у нас будет жилищное обновление, поскольку я пытался баню поставить, парикмахерскую, но у меня только живые дома появились. Не знаю почему, но пришлось это так оставить. Вот я скопировал эти хрущевки вон. 4 штуки получилось, хотя даже 5. И поставил вот такие вот, такие вот дома получились. И вот светло-розовый. Ну, тоже 5-этажки. Тоже темнеет, надо утро поставить. Так, time set day. Вот. Вот так вот вовсе выглядит. Тем более, что я и здесь, на проспекте Сашинского, поставил в качестве теста. Рядом со станцией метро Рубинская. И давайте посмотрим, как это все выглядит. Эти вот скамечки, где можно посидеть рядом с подъездом. Так, надо убрать. Вот, все, табличку убрал, можно покатить. Так, друзья, что-то тихо, надо поставить погромче звук. Вот, окна у нас такие вот, 2x2, тем более мы, 2x2 блока. Мы наблюдаем, как, что происходит у соседей, естественно. Здесь вид только на хрущевку и на скопированную 5-этажку. И все. Поднимаемся на 2-й этаж, вот здесь уже еще окна есть. Мы видим, в общем, площадь вот эту. Там, где флаг России, флаг Яковлевска и Яковлевской области. Кстати, я дал название площади, это теперь площадь независимости, да. Площадь независимости. И здесь мы видим рыжую 9-этажку. ЖК-рыжики. Так, мы зашли в квартиру, вот здесь мы... Ван, туалет, хотя он сквозь прощелку видно, что это туалет. Вот так, такая вот, здесь у нас по 3 кровати, естественно, то есть по 3 человека здесь у нас в этой квартире проживает. И кухня. Небольшая стандартная кухня. Такая вот. Так. Да, друзья, квартиры одинаковые, но отличия в количествах, в количестве проживающих, естественно, там в одной половине подъездов проживает по 3 человека, а здесь по 2. Вот здесь две кровати стоит, ну и шкаф. Да, друзья, я, конечно, извиняюсь за то, что получился такой коротенький выпуск, но я сказал вначале то, что я пытался баню построить или даже парикмахерскую, но происходила так называемая ошибка. И, в общем, друзья, вот здесь такая вот крыша, здесь у нас антенны коллективные, эфирные, и кондиционеры такие вот. Ну, короче, друзья, на сегодня пока что все. В общем, я все, что показал, естественно. Ну, а с вами был я, Квартал-2001. Спасибо за просмотр этого выпуска. Подпишитесь на мой каналчик. Ставьте лайки, друзья. Ставьте лайки, пишите идеи, нажимайте на колокольчик. И да, друзья, я создал свой резервный канал. Так что ссылочка на мой резервный канал в описании. Всем покедова!